Я, извините за каламбур этот, попробую начать все дело, то да, почему нет? Ну, давайте попробуем. Нет, если у вас нету капитана, просто вы же понимаете, что капитан это не только должность, которая в игре, который человек в игре стоит за штурвалом, который управляет кораблем, отдает команды, это все-таки еще и человек, который должен морально поддерживать коллектив, который должен любой успех команды делить на 5. И любое поражение умножать на 5 для себя. То есть То это есть наш ответственная капитан, роль. то есть наш Отличный капитан как капитанский будто за речь. человека не считает, я так понимаю, так как нас семеро. А. Отличная, воодушевляющая речь. Да, кстати, действительно, с математикой у капитана не очень хорошо. Не, Гуманитарий. нормально, мы, Андрей, если что, свапаться будем, не переживай. Хорошо. Только я что-то пока что не могу зайти. Я нажимаю на... Куда я Пароль нажал? пишешь неправильно. Блин, когда-нибудь... Короче, ты неправильно копируешь пароль. Тоже введи его по буквам, А где вот ты потому скинул что его? я тебе в стиме все закинул. Стиме, хорошо. Сейчас, ребята, я покажу экран, как только Андрей. Так, и значит, а по кому? По Кириллу присоединиться к игре, предположим. Password was incorrect. Это как это так? Что это такое? Почему мне даже не предложили ввести пароль какой-то? Вводи пароль, который вот третьей строкой, которую я скинул тебе. Третий... Через Там шифта получается IP, через порт и тачку, пароль. друзья. Тогда я сейчас попробую через... По-другому, в общем. Еще О, было бы кстати... идеально. Здесь через окно, видимо, можно брать supply, смотрите. Да. О, абузы пошли. А я так понял, у вас это Забавно. компетитив? Да, Мы очень сюда компетитив. готовимся, но тут задроты против нас, понимаешь? Мы в прошлый Нас раз мочили играли. ванш. Ребят, все в... За кого Задроты прыгать? 19-го левела там, блин. За кого прыгать? Да ведро сидит один на своем сервере, сам собой играет, сам сказал. Ну, как минимум, с Великобритания. Оловеком 16-го левела. Ребят, за кого прыгать? За Британию. За Британию, хорошо. Так, матросы, пас! А, извините, сейчас капитан пока не пришел еще на свой пост. Так, лоудаут, значит, Что что можно мушкет. воровать суплай с вражеского корабля? Реально, а да, бардаш взяли, забежали, вынесли, короче, весь порох и уехали. Так, матросы поставили, на свои точки встали, оп. Проверка. Я на посту. Так, а кто там вверху стоит? Мини-хрюш или что? Нет, я на своем. А кто вот наверху свое место не знает? Это капитан. А, это, о, прошу прощения, это же капитан, прошу прощения, товарищ капитан. Я не обращу внимания на вот этот вот. Мы готовы, товарищ капитан. Так, сейчас. Предлагаю назвать смерть аниме. Ну, Не понравится тебе без морали. вообще, пока что я еще не капитан. Потому что, А как... так, кто капитан? Начинаем или Отдайте нет? ему права. Change Team, Утинити. Судно называем Да-да. Черепаха. Удачи, нубасы! Вам тоже! Смешной у него голос. Давайте. Что ж, полный вперед, смотрим. Вижу пустой корабль врага. Значит, Давайте, изначально пушки по парусам стреляем передние. Угу. Давайте, я уж помогу. Давай. Это спереди не он, товарищ капитан. Это не противник. Я понимаю, а я вон понимаю. справа еще корабль какой-то. Далекие. Иногда, если я буду замедляться перед тем, как будем заходить на залп, я буду говорить об этом. Так, а у И не нас почему-то забывайте хромает. Z3 нажимать. И он не на своей позиции, явно, ну ладно. Так, как ему сказать? Хиромай, ты тогда зайди в Discord, во-первых. Во-вторых, там для саба, все сабы могут заходить. А во-вторых, ты будешь на первой линии тогда, сразу после каюты. Смотри, у нас все стоят, как видишь. Только зайди в Discord, пожалуйста. Они справа от пустого. Да-да-да. Они вдалеке, они вдалеке. Нормально, нормально. Но они что-то Пусть уплывают, кажется, ребят. На паруса сядет, чтобы большую пушку освободить от Куда? Постоянно. На какой ряд? На паруса пусть. Ну, передний и плюс паруса. Чтобы большую пушку освободить от парусов. Потому что у нас череп на большой пушке. А, хорошо, хорошо. Так я же на большой пушке. А, на средней, значит. Не, я на средней, на средней. Понял, понял. Так, ну вот они вдалеке уже виднеются, там можете попробовать пострелять. Да, мы стреляем. Они уже довольно близко, кстати. Мы сближаемся очень быстро.
Так, может, стоп. Замедлиться. Работаем по весе. Это не они же, ребят. Не, а спереди, спереди вот они. Прям перед нами они. А, я не вижу, значит. Мигают вон, мигают. Хермайт, в чате, короче, попробуй. Пусть тебе подскажут, как зайти в Дискорд. Ну, а мой сабовский Дискорд, короче. Я ему скинул ссылку на Дискорд. А, скинул? Ну все. Да, в личку Twitch. Ой, я, кстати, теперь, когда на Q нажимаю, вижу, чем пушки заряжены. Или так всегда было? Нет, не было. Нет, не было. Ништяк. Пач. Не похоже на остров высадили, что ли? Да. Ну, забавно, знаешь, за ними на остров пойти. Ой, я попал. Последний шанс. Ну, подплываем уже. Ну, потихонечку. Они по нам не стреляют, мы стреляем, так что выгода. Ну, мы на самом деле ни разу... Я не, лично ни разу почему-то не попал. Я три раза попал. Я еще раз еще они замедлился, попали, они, надо... они ближе уже. Паруса починить. Попал по парусам. А, эти передние паруса. Скажите ему... Сближение, вот очень близко враг. Левый борт. Нос, правый нос, борт, нос, правый нос, борт. Нос починить. Нос починить. Правый я борт, чувствую. Стреляем как есть. Огонь правый борт. А все могут идти с правого борта. Так, отходим. Три дырки, чиним, чиним, чиним. Готовьтесь на левый борт пересаживаться. После их залпа разворачиваемся на левый борт. Чиню, помогаю, помогаю чинить средний. Так, когда они залп делают, ребят, отходим. Стараемся, нет, не фидить. Воду, 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 воду. Качает? Да, да, качаем, да, мы качаем. Так, приготовьтесь, готов, приготовьтесь. Готов. Правый, правый готов, да, приготовьтесь на правый борт. После их залпа. Так, вода откачана, все. Хорошо. Блин, не у... меня убили, к сожалению. Маленькая пушка работает. Не смогу развернуться. Помогу перезарядить средний ряд. Чё, сторона заряжена? Всё заряжено. На хвостом себе. Да, у нас на хвосте эти задроты. Ничего, ничего, ребят, нормально всё. Так, ну давайте... Правый борт дадим сейчас им. Давайте, я готов. Разворачиваю. Но они сейчас по мне быстрее дадут. Так, момент. Прячусь. Давай левый, левый. Зал прошел. Короче. Так, две дырки. Что-то как-то реально тяжко. На левый захожу. Левый захожу. Левый готов. Да, меня разъебало. Короче, ладно, то все эти мувы что-то плохо заканчиваются. Сейчас будем просто заходить и лупить по ним. Дырки. То они по нам залп дают, мы замедляемся и не можем нормально манцевать. Так, где, где дырки? Почему не чинится? Так, левый борт заходим. Пока так плывем, я чайная пауза у меня. Попал по кораблю, у них есть ранение. Мне кажется, там стреляют, да? Там череп сидит и нон-стоп чинит, потому что попадаешь, не попадаешь. Возможно. Да. Они вообще сразу. Ну потому что мы потому что не попадаем по этим, дырки им не делаем. Дырки так, справа, короче, правый борт. Правый борт. Правый борт готов. Сейчас будем. Да, аккуратно, отойти от борта. Да ебаный в рот. Как же меня разъебывают. Да, они избрали петушиную тактику, они за спиной стоят у нас и. Надо тогда в наглую пойти и начать драться в наглую. Так, откачивается все. Правый борт готов, все готовы. Надо отъехать, а, человек-то уже, блядь. В трюме мини-хрюша чинит, все не бегаем. Если мини-хрюша скажет, что он не может... Левый борт! Заходит. Левый борт! Заходит с правого борта, ребят! Блядь, какие же они задроты, они еще и попадают? Жестко. Ну, идут на контакт, по-моему. Таран-таран-таран-таран! Сзади. Ну это не грэп, у них нос. Откачивайтесь, откачивайтесь. У них я сломан нос, сейчас будем это разворачиваться, да. И их прессинговать. А, здесь один меня режет, ребят. Убил его. Ага, постарайтесь убить того, кто нос чинит, и отплываем. Паруса починить. Дырки, дырки все вычинил. Одно осталось. Нет, отлично, откачивайте. Качаю. Воду главное качать, а то... Разворачиваемся на них. Я вообще не вижу уже ничего. Они тоже разворачиваются, сейчас будут залпы, скорее всего. Все, начинаем пушки перезаряжать, ребята. Блять, что они за дроты? Три дырки. Вот, вот. Огонь. Короче, сейчас зайду за них. Огонь, бедра, бедра, бедра. Мини-хрюш, помоги с ведрами.
Сейчас я можно стрелять. Что-то загорел, в воду прыгните. По возможности залп дайте. Сейчас хороший может быть. Так, ребят, по своим пушкам. Есть залп. У нас есть. Там пушка разряжена. От борта не забудьте отходить. 5 дыр. Я откачиваю. Починкаю. Занимайтесь починкой сейчас. Так, так, слева борта заходит. Продолжай откачивать. Блять, почему они так быстро плавают? В чем прикол? Нас паруса всегда под водой. Нет, мы-то понятно, что дерьмя. О, он своего убил, он убил его. Все, чиниться. У нас, по-моему, паруса все в дерьме, мы вообще не можем плыть. Потому по позициям своим. Я полез. Работайте по своим позициям. Капитана надо бы убить. Попробуйте капитана их убить. Чини паруса. Нам дырки заделать надо. Не смог. Так а почему не чиним дырки? Почему все бегают? Свои позиции стоят. И откачивайте еще нас потихонечку. Там прыгают в воду. Прыгнул. Плывет. Меня убили. С картечи въебали. Откачиваем. Че на порту? Little Ben, че с парусами? Почему не чинишь-то? Батон. Я мертвый был, дырку ты чинил сейчас. Ты по парусам, ты не должен дырку чинить. Ты чинишь паруса, ты не чинишь дырки. Так, короче, пытаюсь ехать. Мы на месте стоим, потому что парусов нет. Ладно, давайте отъедем, починимся сейчас этот, регрупп. Все, паруса восстановил. Отсасывайте воду. Вспомните свои позиции, стойте на своих позициях. Все, зачинились. Да, новый боезапас. Боезапас. Походу придется сейчас правым стрелять. Правый борт. Правый не заряжен пока. Одна пушка справа только. Так, тогда ладно, разворачиваемся. Да что за задроты? Они с мушкетов попадают, со всего попадают. Это пиздец какой-то. Ну они прям в спине там, да. Они по заднице. Так, дырки починить. Надо починить дырки, хотя бы попробовать отплыть, потому что мы типа совсем не можем танцевать с ними. Паруса у нас. Дырки паруса, починить. Паруса, да, видите, паруса у нас в полном дерьме, мы вообще не плывем. Сейчас будет опять и бурить. Я же. Так, он ладно, так они на разворот уходят, сейчас мы отойдем от них. Паруса почините, попробуйте. Нет. Все, починим паруса, им пизда, ребят. Качать воду. Кача. Нормально держим. Если вам надо помочь, что-то зарядите, вы говорите. 30 очков проиграли. Так, все, хорошо. Давай направо. Сейчас мы все будет. Сам следит, тяжело, я... Правый борт. Нормально. Готов правый борт. Не жалко, сейчас буду делать. Отходим от правого. Так, нормально, мало 8. Попали. Еще готовьтесь, правый борт. Я виноват. Command, замедляюсь. Правый борт хороший, давайте. Так, ребят, почему после выстрелов никто не откачивается и бегает? Так, один хороший дал. Мини-крюша, Максим. Левый борт. Дырки чиним, левый борт готовьте стрелять. У нас много мертвых, три дыры. Просто разрядите сейчас левый борт в них. Я на воду сяду. Не могу. Откачивай. Не докрутил. По мне хотят... Блять, как выйти из... Дерьма этого нахуй. По позициям. Дырки надо починить. Дыра на правом борту в центре. Заходят на нас. Грапл. Как убрать грапл? Грапл убрать. Где грапл? Зачем убрать? Убивайте их сейчас, не нафите. Мы в большинстве пока. Не акцентируйте на грапле. Давайте выиграем. Это шанс. Давайте, да. Не снимайте грапл, мы в большинстве. А может по пушкам? Да блин, что ударим я разок, там одна в центре заряжена. Удари, да. Попробуйте. Смотри, убейте. Только не умрите, отойдите сразу от нее. Где они? Три в каюте, один около каюты, ребят. Одного убил еще. Один около каюты. Че, заходим на них? Да, из каюты выбежали. Трое, около каюты, на капитанском... Если что, грапли можете продолжать, если они отпустятся. Не надо грапля. В капитанской каюте еще двое. Меня ранили. Лежу. Они идут перезаряжаться в нее? Все. Хорошо. Минус 7, есть! Домой, блядь! Хорошо, ребят, отличная победа. Слушайте, ну короче... Если они реально так сзади идут, разъебывают паруса, нам очень сложно что-то сделать. Да. Тут реально очень сложно. Смотрите, а средняя пушка, которая такая же похожа на переднюю, она что, паруса вообще не коцает? Потому что сколько я попадал? Не, они... из нее только по этим, по матросам.
Максим, она очень слабая, но знаешь, фишка топ какая? Когда они заходят, например, с какого-то борта, ты начинаешь в дырки, где пушки, стрелять и по людям очень часто попадаешь. Понял. То есть примерно... А я попробую сам бил, я думал то же самое, типа как и передний. Короче, Хермайт зашел, можешь перекинуть его? Я на капитана за это самое... Но я не уверен, если будет другой кто-то, я не против, ребят. Ну давай еще один раунд, Андрей. Прошу, давайте попробуем. Сейчас что-то поеду. Реально, это какая-то новая мета уже кораблей, потому что они там что-то сзади как-то очень быстро все делали. Они паруса нам отхуярили и этот мансовали очень хорошо. Ну и, блин, постоянно. Так, минуточку внимания. Хермайт, ты тут? Хермайт. Кто у нас по центру? Литл Бен и Люфан, правильно? А, нет. Да и я. Литл Бен, Гудок, блин, okay. Хермайт. Короче, Хермайт, если ты слышишь, ты на первом ряду работаешь. И после Клинчу с Люфаном. И, нет, с центра тогда еще кто-то поможет. Максиму нельзя. Ну, я, короче, если умеешь, да, помогай. Так, слушайте, мне нужно найти какую кнопку в этой программе мутить звук. Да говори, не стесняйся. Не-не-не, мне надо. Так, сейчас, подождите, я пока встану на корабле. Вот, смотри, как это делать. Silver STR, спасибо за подписку. Настройки. Горячие клавиши. Добавить, не назначено. Включить, выключить микрофон. Идеально. Готово. Все, я готов. А, Хермайту права, наверное, тоже нужны сейчас, я вспомнил. Все, Хермайт дал. Теперь ты можешь по этому... Короче, Хермайт, твой ряд первый. То есть чинишь там дыры, помогаешь, иногда боезапас помогаешь. С Люфаном ты. Первый ряд это, который сразу после каюты. И за паруса, соответственно, это будет. И паруса, да, помочь, если что. Паруса это основное у него будет. Да, главное, чтобы паруса, иначе нас обидят. У меня, кстати, еще появилось подозрение, что не на полной скорости быстрее разворачиваешься. А почему Ванкиш на своем корабле катается? Блин, Андрей всем пару еще раздал. Надо им тогда психоделику надо тоже дать тогда. Вон они сзади. За них заходят. Левый борт. У него просто места нет. Слушайте, есть кто-то у нас опытный? На полной скорости самый быстрый разворот или на каком? На какой? Нет, на средний самый. А, это понял. Ванкиш, тьфу ты, блин. По правому борту можете стрелять зачем? Уже. Зачем? Зачем? Давайте, огонь по правому борту, попробуем. Работаем, работаем. Есть стрельну. Попадание. Я пока есть минус. Стою. Так, разворачиваемся на левый борт. Левый борт. Я буду анонсить, когда отойти от борта надо, когда не стреляю. Так, сейчас буду сбрасывать скорость, стреляйте, попадайте. Есть попадание. Так, разворачиваю. Левый борт. Продолжаем давить. Бля, зачем Ванквиш руинит? Он просто взял в наш корабль, стрельнул, ёбаный в рот. По возможности огонь левым бортом. А, чуть довернуть там. Доворачиваю. Все, давайте. Перезарядку. Все, продолжаем давить. Идем на них, также левый борт. Нет, правый борт будет. Да по парусам двое стоим, работаем. Нон-стоп по парусам, спереди. Правый борт, готовьтесь. Хермайт, работай на парусах. Он разворачивается правым. На передней пушке. Тоже разворачиваемся, огонь. Так, отлично. Не попал. Боезапас. Дальше за ним идем этими пушками в жопку им. Ой. Починить, помоги, мини-хрюша. А, ты из дома. Правый борт, огонь по возможности. Нет возможности сейчас, товарищ капитан. Откачка, кто-нибудь. Идем за ними, по парусам стреляйте. Все, готово. Оба заряжены, товарищ капитан. Окей, левый борт. Левый борт сейчас. Правее чуть-чуть довернуть можно? Нет, нельзя, правее скалы. Поехали. Отойдите. Так, мне нужно хилиться, просто едем. Боезапас вперед слева. Илюх. Я взял. Блин. Возьми чай, Илюх. Я умею чай. Понял. Блин, Хиромайн, что-то ты потерянный такой. А не успел. Левый борт. Я Илюх возьму. Держи. Я тебе ничего не... Хорошо. Разворачиваю на них. Минус 2 дал. Они
Не ретируется. Короче... По парусам, Хиромайт, встань на переднюю пушку, помоги по парусам поработать. Короче, на медиуме самый быстрый разворот, да? Да на самую первую, Хиромайт, вот, которая на носу, да. Стреляй по парусам вместе с... Преследуй молодых. Если что. Да, слева ванквиш один плавает. Где вода? Зачем? А, это вот, наш что ли? Хорошо, блин, а что он руинит? Это уже вообще не баланс, когда второй корабль. Давайте побольше. Сзади заходим. Левый борт. Левый борт готов. Аккуратно сейчас. Натан идет! Отойди! 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 Отходим! Разворачивайся, перезаряжаем пушки! Он вообще не успевает за нами. Вот сейчас успеет, кажется. Левый борт, продолжаем, разворачиваю. Так, давайте, бахаем. Так, продолжаем, сейчас правый борт дам. Давай. Блин, херомой, какой ты, блин, этот дотошный, а? Дали же тебе место, ё-моё. Они тонут, по-моему. Чуть-чуть да, можно хуёво. Левее, чтобы мы... Сейчас, я в упор подойду вообще. Может, на абордаж? Готовься. На абордаж я еще даю разрешение. Просто с пушек, убивайте их с пушек, убивайте с пушек, людей. Грант, суки. Грапли заряжай, если будешь так же держаться, грапл сейчас пойдет. Картечь заряжай сейчас, картечь. Блять, нас Хиромайт заруинил. Ой, Хиромайт этот, ванквиш. Хиромайт ни при чем здесь. Нет, это не я, ничего не руинил. А у меня ты заграплил, а я этот умер. Да. Картечь заряжайте только, если картечь бахайте. Есть. Хорош. Да, да. Мы, по-моему, если вообще ванквиша врезались, блядь. Да. Они зарелизили, да, сняли. Соединили. Продолжайте топить их, топить продолжайте, у них сейчас все в жопе. Дай вперед у них. Полный вперед, вперед надо, да. У них никто воду не отсасывает. А что, может, еще раз грапл? Саплай нужен. Даю грапл, даю грапл. Они нет, уехали. Так, за ними, за ними даю. Едем за ними. Блять, ну ванквиш, что ты делаешь, ванквиш? Ебаный в рот. А мы не можем ехать, нос сломан. У нас, да, нос сломан, перед нами корабль. Ты куш, починишь? Да, да. Все, плывем за ним. По этим стреляйте, по парусам. Сейчас нет возможности у нас. Что, хп? На две пушки спереди встаньте, я нос чиню. Так, я перезаряжаюсь, блять, нет. Останавливаюсь. Я встану. Я оружие перезаряжаю. Все, я починю. Паруса им ебошьте, медленно за ними идем. Работаю по парусам. И сейчас правый борт, походу, будем. Все пушки готовы у нас. Да, все пушки. Правый борт. Средняя пушка не стреляет справа. А, там грапл, блин. Хорошо, Андрей будет сейчас. Боезапас на переднюю пушку надо. Несу. Так, едем дальше за ними. Угу. Паруса стреляйте. Хиромай, тебе не нравится вообще по парусам стрелять или что? Ну у нас построение. Вон, встань на самую переднюю пушку, помогай. Построение не нарушать. Жесткое построение. Перед нами ванфиш, если что. Левый борт. Я даже не вижу, где противник-то. А, он за ним, типа, понял. Нет, это ванфиш. Нет, слева. Он левее. Я попал. Дырка у них есть. Я возьму. Боезапас передний левый, надо помочь. Ой, нам нормально дали. Правый борт, давайте выстрелим в них. Они медленно едут. Сейчас будет правый борт. Готов. Друзья, выстрелим впереди. Все, по ситуации стрелять по возможности. Еще чуть-чуть лево, не могу. Блин, ладно, чинимся. Чинимся и по парусам параллельно будем стрелять. Почему не... Сосать? А воду никто не откачивает. Я потому что мертвый. Откачу. Так, все заряжено, все готово, точка, да. Тоже идем на них. Они сейчас залп дадут, отойди спереди. Правый борт, отойти. Правый борт, стреляйте. Максим, правый борт, стреляйте. Быстро. Возьму. Качай. Хорошо, минус 2. Хилим. Дырки. Замотать. Правый не борт дальше. Правый борт, продолжать огонь. На средней скорости иду. Перезарядка, товарищ капитан. Почини дырку среднюю, чья? Пушка сломалась.
И дырку помогите. Хорошее попадание. Ускоряюсь. На них захожу спереди, так, сейчас будем паруса ломать. Каждый в свой ряд. Паруса и будем. Да. Давайте твикушек и хиромайт по парусам работать. Я починю паруса. Блин. Я упал за борт. Сходишься? Нет. Я починю тогда паруса. Левый борт, огонь. Там еще психоделик на второй корабль. На такой скорости еду. Попадайте. Так, хорош. Блин, психоделик за нас зашел. Разворачиваю на них. Подождать на следующий зайти. Зачем им делать? Ну, не могут, видимо. Правый борт есть? Есть, все, готово полностью. Пока по парусам, потом поближе подойдем, дадим. Правый борт. Так вот едем. Сейчас будет залп у них, аккуратно. Справа борта отойти после залпа. Ёп, тут дай. Три дырки чинить надо. Я качаю. Сразу. На нас идут. Я тоже разворачиваю на них. Останавливаюсь. Сейчас левый зайдет. Давай, давай, давай. Так, все, ускорились. По парусам бейте. Бейте по парусам. Пять дыры, кстати, нужно чинить. Помочь починить. Помогай. Сейчас каждый по своей дырке возьми. Каждый по дырке, потому что, по-моему, много одну чинит. Не-не. Правый борт есть пострелять? Правый борт. А, одна пушка. Не можем стрелять, мы в воде. Понял, ладно. Будем уходить от них, чинимся. Мы не можем стрелять, пока в воде фитили не зажечь. Понял. Одна дырка, дочинить быстро. Сейчас буду с левого борта. Левый борт у нас готов. Разворачиваю левым. Давай. Сейчас он тоже залп будет давать, скорее всего. Хорошо. Очень хорошо. Я очень много домогал, по четверым аж. Сейчас капитана разъебу, ребят. Блять, нет, у меня разряжена пушка. Короче, чинимся. Левый борт перезаряжайте, будем сейчас им долбить. Если что, говори там, если близко совсем, можем и картечь даже заряжать. Левый борт огонь. Стрелять, аккуратно. Они потратили заряд. Они все промахнулись. А мы-то нет. Все, разворачиваем на них. Еще доверни. Доворачиваю, на них идем. Хорошо. Четыре попадания. Картечь можно заряжать. Заряжайте картечь левый борт. Можно грапли тоже, по возможности. Ну как хотите. У нас грапли. Грапла нет. Боезапас нужен. Я принесу. У нас мини-хрюша боезапас таскается еще. Можете капитана убить, кстати, попробовать. Слышите? Кстати, да, пробуйте капитана убивать. Блин, это вроде прям. Чего они делают? Ничего не по своим. Это. Так, левый борт залп. Раздали мне модера. Минус капитан. Что-то мало мы залпали. Ладно, я меня типа открываю. Свой убил, потому что я не. Ну да, только одна пушка выстрелила. Психоделик, вы если заходите, вы нахера руините это? Надо просто починить что... и. Чините. Кекс, им надо сказать, какая там кнопка была, чтобы они различали, где кто. Может, они думают, что мы против. Паруса тоже чините. Да там флаг здоровый, блин, как им. Ну мало ли. Сзади они нас. Паруса чинится? Помочь надо? Да, видимо, их вообще нету. Центральный ряд чей вообще не заряжен. И прям сзади. Выстреливает. Правый борт. Промазали. Ёб туда, что за жопа у меня на пушке? Брид. А, где это? Почините паруса, сейчас отплывем от них. Разбанцуем. Они сейчас будут давать. Сейчас будут давать. Справа борта отойти. Капитан мёртв. А где у нас одна дыра? Я не могу найти дыру. Не знаю, откачивать надо. Две дырки, да. Откачивайте и это, дырки заштопайте. Паруса в норме, в принципе. Сейчас нормально будем с ними рулить. Так, правый борт готов? Готов. Правый борт резко захожу.
Блин, короче, на медиум, по-моему, он хуёво доворачивает. Еще правее, еще правее. Даю, даю, даю. Они промазали. Еще хорош. Так, отличный матрос Кирилл. Следующий левый борт, переходите, не перезаряжайте. Левый борт дайте еще. Добавить. Хорошо. Перезаряжаемся, левый борт, также продолжаем стрелять. В правой картечи, если будет время, зарядите. О, давайте, левый борт сейчас отлично можно въебать. На таран идут, по-моему. Не идут. Нормально, все, нормально, хорошо, бахаем. Картечь можно зарядить, попробовать. Не, все, не уходит. Чайная пауза у меня. Как это я сдох? Я же чайку там это самое. Где помочь? Надо? Откачиваешь, Максим? Да нет воды. Дырки нет, сзади где-то. Они нам на хвост садятся. Да-да-да. Опять на хвост садятся, да. Сейчас, если что, опять развернемся боком, дадим. Так, что у нас? Давайте левый. Паруса передние почините, пожалуйста. Сейчас. Они выстрелили. Ой, прям в меня летит. Ё-моё, я видел. Меня 10 секунд, когда. Там дырки у нас 3. Там минус 2, у нас минус много. Да, нам нужно отплывать. Короче, мы плывем просто. Я проснусь сейчас, откачаю сразу. Дырки чините. Сейчас я тяжело нам будет, аккуратнее. Откачиваю. А ёбаный. Помогу починить. В трюме, по-моему, 3 дыры. Они ни хрена, они как близко были. Я откачиваю, что дырки. Нормально, поровну, ребят. Андрей, они идут на таран. На таран идут? Не идут. Не, они жопки. Продолжает нас жопку кусать. У нас жопа полностью в дырах. Да, от этой дырки убирайте, старайтесь. Откачиваю, да? Откачиваю. Так, все, там чинится, ага. Они еще раз заходят на зал. Нет. Блять, они может хоть раз промахнуться, но это что за пиздец? Мы просто не можем, не успеваем от них уехать. Как они так быстро разворачиваются? В подобной ситуации я не мог так быстро разворачивать почему-то. Хуйня какая-то. Еще залп, отойдите. Ну они просто стоят уже. А мы не можем двигаться вообще или что? Не, мы двигаемся, но мы очень медленно двигаемся. Я ничего не понял. В жопку нас. Че, будем ставить это, корабли побольше? Чтобы еще играем, так. Чтобы все зашли. Блин, это ну потому что тут несколько кораблей. Короче, я реально ничего не понял. Они разворачиваются как-то супер быстро. Тут есть какой-то подвох определенно, потому что когда я крутил, не получалось так. Ты сделай поменьше паруса. Ванкиш, психоделик, залетайте не за команду на следующую. Ну я не знаю, как это делается, но поставят они этот корабль побольше, на котором на 13 человек по идее. Я, кстати, так понял, за смерть капитана много еще отнимают. Нет, также одну очку. Да? Просто такой анонс, типа капитан вас. Ну что, мы двигаться не можем. А нет, можем. Меньше скорость, больше маневренность. Если капитан. Не знаю, можно попробовать. За руль, можно. За руль. Ну вот смотрите, например, да заворачиваю на полной скорости. Просто как пример. Вот полная скорость. Дальше. История больше типа из-за скорости, поэтому. Кажется, еду прямо. Ну может быть. Еду прямо, соответственно, допустим, на медленной. На медленном огне. Он вообще не крутит нихуя. Кстати, если есть дыры и неоткачанная вода, медленнее врач. Ну да. Ну он же сейчас без дыр. Надо поехали на врага, я пока перекушу. И передний нос тоже когда сломан, не поворачивай. Давайте, надо выиграть, и после этого корабли побольше поставим, чтобы все зашли. А с этой пушки не так просто вывалять. Это как обычное оружие получается. А она как это, Максим, вот как с гранатомета, так и с этой пушки, хрен знает куда ядра летят. Исчезают порой. Но они как-то на весиком летят, я вроде попадаю на палубу, но если я никого не задеваю, то я урон не наношу. И кораблю урон не наношу. То есть мне надо либо просто в дырку, вот как его, где пушки, и ты убиваешь человека, либо в каюту. Самое простое в каюту кидать, когда мы идем к ним. Угу. На хвосте он. И все.
Его я никак. Ну если убить капитана с нее или стрельнуть в то место, где пушка стоит, и типа убить того, кто на пушке, это вообще это прям. Ну в каюту сам просто, вот я сколько помню. Просто в окно стреляешь. Вон он слева, между стрелами. Да, слева, слева. Так, команда. Ой. Левый борт. Готовьте залп давать. Просто дайте залп и перезарядитесь. На рандомчик. Чисто на точность проверка. На, блин, мимо. Все, перезарядка. Идем на этот самый. На левый борт опять. Саплай кончился. Хотя нет, слышите? Слева. Да, левый борт, левый борт. Они сейчас залп будут давать, отойти от левого. Да, сразу да, в меня прилетает. Я не знаю, что это такое, блядь. Как играть? Сзади, блядь. Я только починь, по-моему. Сейчас будут еще раз давать стрелять. Прячьтесь, ребят. Чинить надо. Сейчас будет от левого борта отойти. Ааа, больно, как в каюте. Дырки чиню. Да не, пиздец какой-то. Чинить дырку буду откачать. Нос чинит. Воду откачаем. Короче, сейчас абордаж, дам команду, правый борт. А, я чекаю. Мало плохо все. Жопа опять. Нас здесь только абордаж спасет. По поинтам уже полное дерьмо, мы от них не уйдем сейчас. Или левый, или правый борт. Загружайте везде эти грапли, попробуем так. На второй тренинг тогда обычно. Левый борт попробуйте что-то сделать. Хорошо. И абордаж, если можно. Я в переднюю пушку зарядил. На правый борт захожу. Чинить? Ребят, что никто не чинит? Да что это, блядь, такое? Просто за три залпа мне три раза прилетает. Это нормально вообще, блядь? Но они опять жопки плавают постоянно. Ну так они просто... Получилось как? Первый раз, когда мы стрелялись друг с другом, сразу мне прилетело, у нас корабль не едет, и нам теперь, естественно, там в жопку заходят постоянно, типа. Потому что мы не могли, в принципе, ехать, маневрировать. Паруса. Дайте я угадаю, в кого сейчас прилетит, блядь. Угадал. Опять дред. Давай, я возьму. Потому что они сзади сидят, ты. Получается, что в тебя прилетит. Так, они в том-то и делали. Они даже когда не сидели сзади, у меня какая-то рандомная хуета приехала, из-за этого они подходят и садятся на жопу. Предрочились, может быть? Чего я упал? Ё-моё. Грапли, заряжайте. Это наш единственный шанс сейчас по факту. Просто свалился. Чини паруса. Захожу на правый борт. Давай. У нас одна дыра. Отчини. Я откачаю. Единственный шанс, грапли надо. На каком борту они заряжены? Левый, правый? Левый захожу. Слева, короче, есть. Врезаюсь в них. Тоже заряжу. Не заграбли. Чините. Пока не можем. Убил капитана еще. Им. Хорошо. По парусам. Чините наш перед. Чинить быстро. И по парусам им. Сильно паруса им сломать. По возможности ломайте, да. А то у кого средняя линия? Почему не заряжены пушки? Илюха, давай я пройду. Little Bands. Давай, покачай. Тебе надо починить. Пушка. На моей линии просто все прекрасно, ага, я помогаю. Я вижу. В смысле? Другого. О, че? Пушка не заряжена, да, на средней. Грабли где-то есть? Я никто не чиню. Слева-справа на передних есть. На передних, понял. Выстрели. Подходим к ним. Правый борт. Грапли. Будут сейчас. Далековато. Ну, я сейчас сдохну с этими граплями. Я попробую. Тогда просто давайте им по правому борту, хорошо. Я кружу за ними. Блин. Ну, включайте, ребят, кто-нибудь. Водичка, вода. Я откачаю. Стрельнули. Две дырки, у кого? Парусами подъедайте, чтобы не маневрировали. Не можем. Правый борт сейчас будет залп по нам. Аккуратно, сейчас будет залп.
Очень плохо. Паруса горят. Короче, у нас очков. У нас 5 очков. Левый борт захожу, и нам нужно их хватать, иначе пизда. Да, у нас есть. И не нафидить еще. Починил дырки. Нет, еще нет. Грапля готова. Грапля готова. Я откачиваю, но не успеваю отключить. Так, они вроде паруса относительно попали. А, в кабине. Минихрюши починишь? Я на паруса запрыгнул. Наши. Блин, ну я вообще не маневрирую. Отойди справа. Не знаю, у меня корабль просто не разворачивается. Отойди справа. Ребят, корабль левый борт горит. Левый борт горит, да. Короче, все, захожу в туза, последняя попытка. Грапли нужны. Капитана справа, убейте, справа, если справа, можете. Убейте капитана, будет все нормально. Понял, ща. Попробуем. У нас боезапас. Мы не догоняем их. У нас две дырки и вода. Вода не откачивается из дыр. Две дырки спереди. Правый? Рядом с тобой. Сейчас. Я не могу, я просто чиню. И они горят опять. Они сейчас на залп зайдут. Ой, жив, за залп. Три жизни у нас, ребят. Ну, вот сейчас, можно грабли? Попробуйте, попробуйте. Сейчас возможность есть, блядь. ГГ. Уже нету. Я допил весь свой ром. Это ГГ. Замените меня кто-нибудь на капитанском слоте, ребят. Я сейчас пока это мини-АФК. Кто-то хочет? Давай, я попробую. А, подожди, стой. А, так, сейчас переключу. Надо же... А, так. Сейчас, прошу ведра. Я могу в Дискорд зайти, спроси тебя. Там... Ну, ты не зайди, спроси, ты зайди, скажи, короче, там... Корабли. По 13 человек. Ну, короче, пусть следующими создает. Ок. Ладно, я ему все равно всякий случай напишу. Психоделик, вам напишу, сейчас можете зайти, только это. Подождите, сейчас сроки загрузится. Дитл Бена тогда обратно отдадим. А кто за нас будет? Ну, за нас психоделик, за этот с... кто там, с Ванкиш? Андрей, все что ли? Андрей, нет. А, у нас больше кораблей просто будет, да? У нас, да, но у нас было 8 кораблей, они вдвоем зашли за нами, стреляли по нам. А я не могу зайти на сбили. А, нет, все нормально. Сейчас он пересоздастся. А мы разве один раз не выиграли, когда на абордаж их взяли? Да, выиграли. А я что-то помню, там случайно не написала пират, победили, не? Мы не выиграли, с очков не было. Там что-то такое. Там было, с пираты выиграли, хотя... Ну, я просто сейчас вспомнил, что мы не за пиратов играли. Да, я тоже думал, что мы... Так, ну ладно, ждем пока. Ну сейчас, Максим, у нас весь строй нарушен, короче, не получится по этому плану явно уже. Почему? А, новый тогда. Ну, а заново тогда. Сейчас. Короче, на этом я что-то чувствовал себя бесполезным до того момента, когда мы начали тонуть. Там я воду откачал. Все. А на этой пушке... А на чем ты был? Так, тут вообще, на среднем. Ну, к ней привыкать надо, да. Она... В большом там очень как... много пушек. Там снизу очень много, и сверху, скажите, нам по две. Ну, сейчас вниз кого-нибудь запихаем. Да там все почти не сходили. Не, ну у нас довольно четко все было, кроме того, что мы типа промахивались и потом немного суматоха была, и свои в нас стреляли. А так там нормально, как бы схема рабочая. Я бы вниз пошел с кем-нибудь вдвоем на две пушки. А там, ну все я пойду, там и спереди, и сзади есть две пушки. Короче, сейчас бегать по всему кораблю будем. Ну да. Так, я скажу, когда появится сервер. Так, а психоделик... Психоделик, тебе в Дискорд бы зайти тогда? Заранее. А где этот выставляется? Мут микрофон. Сирок появился. Павел, что ли?
снизу, где твоя аватарка, там есть заметить микрофон или звук. Нет, настройки. Понятно, в настройках. В настройках горячие клавиши. Добавить горячую клавишу. Например, там push to talk, mute, там что хочешь выбери. И на какую клавишу. Я не вижу такого. Я тебе сейчас скриншот, короче, скину. Так, все, уважаемые джентльмены, я здесь. Че, мы теперь на больших будем кататься? Блин, я тоже пострелять хочу. Капитан, это такое неблагодарное дело. Нашел? Шестеренку-то я нашел. Ну, он, кстати, похож на тот корабль, только тут еще подвал есть. Причем в подвале етить сколько пушек, господи Иисусе. Да, там вообще жесть, там, я не знаю, очень много народ надо. На 13, да как максимум 13 на этом корабле, я не представляю, как 13 направится. Я, короче, рекомендую просто не распыляться на все пушки, выбрать там одну сзади, одну сбоку и все. Они, кстати, уже перед нами. Психодел, я тебе не могу на канал добавить, если ты не хотя бы на какой-то канал создали, не зайдешь. Да-да-да, уже здесь. Тут еще, кстати, две задние пушки есть. Короче, я заряжать погнал их. Все, у меня улетела игра. Короче, надо, чтобы за сабов тоже кто... Кто у нас в Дискорде, я добавляю. Но в Дискорде у нас сейчас Little Ben только. Блин, надо. При всем уважении, мне кажется, на этот корабль нужно человек 20. Ну, максимум 13, так что... 13, на самом деле, даже было. Мне за вас оставаться или переходить? Да, не верю. Ну, если они найдут, то можешь за нас оставаться. Так, все, психоделика на банку. А, ну, они смогут еще кого-то найти? Вон там Грег пишет, что мог бы сыграть. Ну, короче... Здорово. Привет. Тут, я так понял, есть передние пушки, есть боковые. И жопы даже есть пушка. Да. Блин, надеюсь, хотя бы на этом корабле не задры. Иначе это галепа. Еще же... Стоп, а как вообще смотреть? Левый борт, правый борт. Ебануться. Короче, здесь... Вы заряжайте пока пушки. Здесь капитан должен прямо это самое очень хорошо говорить, типа, где слева, справа, потому что сзади там вообще нихера не видно. У нас supply. Там либо присаживаются, либо на пушку садятся. Little Ben, а в каком дискорде они все сидят? Почему не в моем? Ну, я не буду говорить. Ну, короче, надо, чтобы, ну, я так понимаю, нас сейчас больше будет. Надо либо тебе тогда за них идти, их как-то связать, чтобы они еще добрали. Ну, вообще как-то мало их в дискорде больше сидит-то. А кто из нас ливнул? У нас меньше стало. Не знаю. А у нас вообще все зашли? Херомайт зашел. Херомайт. Он зашел просто через браузер, может зайти через программу. А тут пушки мощнее или такие же? Да, мне кажется, не больше, кстати. Да, почему-то. Это больше. Но не выглядит больше, да. Может быть, потому что тут вырез такой? Ой-ой-ой-ой-ой, я вниз зашел. Да, я тоже не хотел. Снизу там вообще дичь какая-то творится. А зачем вообще... Подождите, а зачем нам наверху, может, человека два будет бегать тогда? Ну да, этого достаточно, по идее. А по одному на борт. Самый кайф это передние пушки, я так понимаю, потому что ими, во-первых, попасть легче, потому что капитан просто направляет корабль. Смотрите, боеприпасы, вот, как вы заходите. Чё, Ван Квинш? Назад вот, как сверху. У нас в игре все за... Где сейчас, короче, распределимся, еще Little Ben'а выгоним к ним тогда. В корме боеприпасы. Он единственный. На первом этаже, смотрите, типа, на... сзади. Смотрите на носу, куда я вообще забежал. Тут реально можно абордаж брать, короче, чисто выпрыгивать с него. Смотри, как далеко. Давай как в Титанике, Кирилл. Давай. Я держу тебя. Расправь крылья, дорогая. And I will always love you. Прости, дорогая, я должен идти. Было, как ты это сделал, Каппа? Ты прям красиво упал, как ты, или ты просто пошел? Ну я жопой упал. О, тут дама. Ну я за тобой, разумеется, не пойду, я ведь не дура. Я поведу корабль в бой. Так что, сколько там? Корабля я, так. Сколько нас, сколько их? Нас 8, их 7. На одного меньше. Ну, короче, уже можно стартовать, на самом деле, если на одного меньше, и у нас... А, Херомайта нет по-прежнему, да? Я не могу зайти, у меня что-то в друзьях нет этого сервера. А ты так в по названию. Иди. Там очень просто. Ну вот, у них к ним зашел, мэн.
Да там же это единственный сервер с паролем просто. По-моему, у меня персонаж очень сильно устал. А вот он наконец-то начал прыгать опять. Выдвигаемся, короче. У них сейчас уже заходит нейромансер, у нас зайдет. Нейромансер. У нас кто зайдет хиромантер. На верхней палубе будет. Давай я. Идите, из-за парусов ни хера не вижу. Блин, а есть еще больше корабль? Нет, самых больших два корабля. Блин, отстой. Давай мы с Трикушиной на верхней палубе. Короче, парни, ну, нужно иметь в виду то, что... О, короче, я вниз. Кирилл, если что, готов передний стрелять пушкой. Хорошо. Все вниз, кроме Максима и Твикуши. Угу, окей. Я на корабле буду. Ты на паруса, конечно, полезешь. Если что, чинить, да. Надо тут задние паруса. В парусах буду. Кирилл, если поедешь прямо на корабль этот, то мы готовы стрелять. Прямо на него сможешь держать? Я не вижу из-за того, что я из-за мачты и парусов вообще нихера не вижу. А какой из них? Первый, правый или левый? Правый, по-моему. Сейчас попробуем. Давай, работаем. А может, вы подождете, пока он следит за камерой? Ну ладно, давай. Не-не-не, а что вы слышите, подождете? Это война, блядь! Что вы мне сказали? Это война! Разминочная! Правда, промахов что-то многовато. А вас двое наверху, тут еще пару сочинить надо. Вы будете успевать? Ну, нос. А если что, позовем. Давай еще и Юфана к нам сюда, потому что... Ну, уж давай. Я пойду чинить. Хорошо. А давайте на таран прям залетим по мухам. А давайте прям сразу. На таран давай команду. Опа. Блять. Хранить дырки взрывать. Где там дырки есть, ребят? Левый борт, если можете. Один где там? Да ёбаный в рот, вот они хорошо дали, мы не успели. Семь дыр. Паруса горят! Вызывайте пожарную команду! У нас низ горит! У нас все горит! Шесть дырок! Починить быстро! Жду! Минуту так, жду! Так, я что-то починить. Это немножко подгораю, ребят! Чуть-чуть! А ты щеку? А где воду качать? Где воду качать? Нет, внизу две помпы, две помпы. Все, я сгорел. Все, капитан, короче, сейчас сделает красиво. Суки, идите сюда! А где они да все? Я горю. О, они все. Они все внизу, что ли? Капитан делает красиво! За всех за вас, ребята! Это я. Спокойно, капитан. Суки, пошли нахер! А где помпа здесь вообще? Да, в подвале. Две внизу. А чё никто не палубу не тушит? У нас всё горит. Чините, тушите! Тушу. Капитан отвлекает. Где тут ведро? Капитан, сука, всех убивает! Блять, я же ведро хотел. За мной погонимся, пират. На нашем корабле. Я пью чай. Сейчас сбегай. Так, я ухожу от него и пью чай. Опа, и ебаться, ряд. Красиво играть. Да блин. Капитан умер. Не, ну здесь, по-моему, 8 человек вообще нереально на этом корабле. Я перепутал одежду. Починить, паруса, ребят. Надо качать. А никто не качает, да. Сейчас пойду качать. Понять бы, где качать. Да, вообще. Они совсем. Под лестницей, Андрей. Понял. Так, Грег, а, так кого нету? А, Хиромайт не может, да, зайти по-прежнему? Я захожу. Ну как захожу? Давай, заходи. Сейчас их вообще больше, за них. Вон Гриш ушел. Так, я пушки. Или что там у нас, пушки перезаряжаются? Да. Вот, ребята, вы просто понимаете, что произошло? Мы из-за этой ситуации еще и дальше играем. Мы все вычислили реально. Мы одну очко проиграем. Левый борт сейчас будет! Стреляйте как хотите. Как хотите, понял. Сейчас попробую... так, левый борт. Все, ухожу жопкой теперь. Хотя в этой игре, наверное, нет, не самая лучшая идея, тут же передние пушки. Так у нас накаменные пушки есть. Так и задние тоже есть. Левый борт, правый борт, что заряжено? Левый борт. Леви, поверни. Леви. Я попытаюсь, Зарядь. Я не вижу нихера. А, не знал, что будет давать борт. Где давай. Они находятся? Слева борта. Ага. Да верни еще чуть-чуть. Еще доворачивай. Доворачиваю как могу, ребят, хочу как могу. Ой-ой-ой. Отведочку им, паруса починить, корабль отсосать. Мы ни одного не сделали, и нас настреляли. Там вроде непривычно, что там не 3 за выстрел, а 10. Так там может один человек. Да. Ну да.
Один человек может пробежаться и реально... Да там ну, хрен поймешь еще, как надо это делать все. Качаю вот. Дырки не могу найти. А, все, пошли все. Где враг? Сзади где-то. Задние пушки сейчас... Пытаемся туда... развернуться, но я не вижу его, к сожалению. Да-да, не забывайте, что пушки сзади есть. Можешь прямо сейчас пойти, прямо против них? Вот сейчас, вот после их залпа. Левее дай, прямо... левее дай сзади. Прям да, жопкой развернись на них. Развернулся. Паруса чините. Еще? Ну мы стреляем это жопкой. Да. Давайте стреляйте жопкой. Паруса почините, очинить корабль. Передние паруса мне нужно. Твигуша хорош, давай. Я, в общем, к ним пошел. Вы просто меня координируйте, я не вижу ни хрена. Правее, правее, дашь? Правее. Да, давай. Есть попадение. Еще. Паруса чините. Какой этот? Чем стреляем? Правый борт? С ядер стреляю. Борт, а так, борт. они сзади. Я не знаю, ребят, сейчас непонятно. Так, я их не вижу отсюда, тут вообще нихера не видно. Жопы, они остановились, сейчас буду давать залп. Какой борт заряжен у вас? Какой все борт? Все заряжены. Все. Готовьте, сейчас развернемся каким-нибудь. Правым развернемся, скорее всего. Mm-hmm. Сейчас скажу. Они залп дали. Эту махину. Они весь залп мимо. Ну а в меня-то, естественно, попали, а так мимо, да. Откачать надо. Блин, я не поворачиваюсь вообще, по-моему. Качаю. Где-то там дырка у нас есть. А, паруса. Сзади, скорее всего. Я чиню. Да, где-то в жопу нам попали, дырку найти там. Довернешь еще? Я поворачиваю как могу. По правому борту они сейчас будут. Может мы поедем вперед? Мы на месте стоим. Да что-то тут. Паруса, может, в дерьме? Где они, правый борт или что? Нет, просто все. Правый борт. О, так вот вроде нормально сейчас. Сможете. Есть. Держу равнее. Еще. Вот так. Лево... Раз, два. Хорошо, есть попадание. Сейчас левый борт будет, постарайся. Левый борт, готовность 10 секунд. 10 секунд. Есть, капитан. Поворачивайся левым бортом, мужики! Есть, капитан! Пли! Огонь! Сука, гривые! Хорошо! Разгоняюсь, передние пушки заряжены! У нас сейчас это, боеприпасы кончатся. Да. Таскайте новые, блин. Ну что, хотите, чтобы капитан это сделал? Нет, капитан! Не чини нахер пушку, матрос, иди заряжай. На левом борту сверху одна пушка. Водичка в здании, в хате, я откачиваю. Я откачиваю, но ребята, нам нужно перезарядиться. Задние пушки готовы? Пушки. Мы в воде. Задние пушки готовы? Чинить надо. Жопой повернулся к ним. Откачивайте воду, воду. Откачиваю. Только не все. Есть помпы. Попал, вот, все, все помпы работают, хорошо. Хорошо. Помпу работать, ага, сколько дырку заделать. Две. Какой борт? Две борт помпы. Работает? Какой борт? Правый под водой правый. Не можем. Откачать воду. А где последняя дыра нашли? Сука, кружками вливайте воду, давайте. Так, включите помпы, работаем, хорошо, навалились. Левый борт, готовься. Починил. Откачать надо воду и... Откачивается. Починить над капитаном. Верни чуть-чуть вправо, кекс, задом дам им. Давай, сейчас поверну. Так, откачал, я пошел за боеприпасами. Верхние пушки все готовы. Мимо. Я потерялся, блядь. Матросы готовы стрелять? Короче, сами стреляйте, я за боеприпасами, у нас совсем закончились. Да, дырки еще есть, где-то у вас. Паруса, почини, все в жопе, ребят. Ух, нихера там мачта какая красивая. Блин, хочу, чтобы линкор был в этой игре на 100 человек, короче. Ну, в будущем, мне кажется, может быть вполне. Левый борт, готовься стрелять! В левом борту две дыры. Сейчас выстрелим и залатаем. Матросы готовы, уже повернуто все, если что. Так, у нас стрелки сзади, мы боеприпасы таскаем пока. Сука, воду откачивайте, нихера не поворачивается, дерьмо. Не могу. Сейчас, ой, все, задом, давай. Ухожу от залпа, стараюсь уйти. Чиню. Стреляй. Семь дырок, нужно по ним. Кажется, это чиниться. Все быстро чинить, ребята, чиним. Я ушел.
Уходим, уходим, помпу, пока. Помпу надо включать. Так, где вторая? Ищу вторую помпу. Жопка, жопка, жопка отворачивается. Ага, все, качаю. Кстати, из хороших новостей для капитана, здесь его тяжело убить, потому что я просто... Да, да, здесь реально норм. Ты попробуй в следующий раунд. Дырки? Последнюю дырку чинит, нет? Где-то снизу. Жопкой стреляешь, психодел? Там патроны кончились, блядь. У вас снизу дыра. Везите патроны. Я пытаюсь найти её. Андрей. Я по задание могу... Нашёл. Зал по задание могу... Какой-то борт приготовить надо. Лол, это так работает, ими можно целиться, типа, двигать? Какой борт? Левый, правый, ребят? Лол, если да, то я супер ретард. Ну посмотрим сейчас. Паруса очереди, спасибо. Они прямо у нас на хвосте. Левый борт, готовься! Сейчас будет крупный замес! Давайте, левый борт! Так, нет, 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 они останавливаются. Я тоже это притормаживаю. У нас суплаев нету, пушки не заряжены, почему? Сказали же любой! Они в жопу нам заходят. Психодел, сзади можно стрелять сейчас будет. Может, правый сейчас дашь? Да, да, сейчас попробую правый дать. А, нах. Психодел, хорошо. Правый борт, готовься. 10 секунд до столкновения. Есть. Нет, до залпа. Правый борт, задние пушки, смотрите, уже можно будет скоро стрелять. Ну, правый борт, блин! Я, разумеется, получаю в ебасос. Отставить ебасос, пли, правый борт! Есть, отставить ебасос! Сука, никого не убили! Пиздарные моряки, где я вас нанял вообще? Нормально, вот горят они. Горят, все, жопой, жопой поворачиваюсь. Да, они поворачиваются, они тоже. Они уходят, на хвост сяду сейчас, на хвост сяду. Можно качать. Откачивай, воду откачивай. Да. Качай воду. Сзади дырь. Так, а почему прям, не ремонтирую нихуя? Сейчас правый борт стрелять по нам будет, разворачиваюсь, ухожу. Быстрого. Дырки еще. Сука, как же медленно, ребят, там весла есть у кого? Качаем, качаем. Еле поворачивается это дерьмо. Почему не может быть плывем? Какой-то... Да мы я там понимаю, реально в водичке немного. Воду. Где пушки заряжены? Готовы, нет? Правый еще не заряжен сверху. Так, все, понял. Правый борт, по идее, заряд. Хотя кто какой здесь правый, какой здесь левый. Задолжил зал, ребят, задолжил. Ой, ёб тут и там впереди! Нормально. Сзади дырка, сзади дырка, починить. Все пушки готовы сверху. А, слева, смотрите, с РНЖ, если получится, можете дать. Буду держать ровно сейчас. Блин, понять бы, где здесь слева, где право, я лично не особо разобрался пока еще. Лево. Там, где психотел, правая жопа. Поэтому... Ты по движению, Андрей, смотри. Где лево, где право, по движению корабля. Да, здесь. Так, левый борт, что можете дать? Да. Да, да. Илюх, чини. Держу, если что, корректируйте. Правее надо. Даю, даю, правее. Так, поехали. Огонь! Хорошо! Хорошо! Так, перезарядить орудие! Они стреляют тоже. Разворачивайся другим бортом. Перезарядить орудие, я пошел таскать ящики. У нас там беда снизу с этим делом. Нормально, нормально, нормально. Помпа, помпа, ребята, сейчас. Помпой работаем, ребята. Увеличиваем помпы. Да? Да, да, да. Качаю. Сверху все пушки. Так, понял. Правый борт с РНЖ. Дырку отчинить. Чинить. Так, сейчас фронтальная атака будет, похоже. Сейчас близкий контакт. Кстати, ни хрена целиться ребята. Не получается пушками на правую кнопку. Готовьте правый борт. Буду стараться правым выставить. Пока на них прям носом идем. Носом? На полной скорости, ребят. Сейчас посмотрим носом. Ага. С носом можете дать? Сейчас дам. Да. Левый борт. Все подготовятся. Левый борт. Есть левый борт. Божечки, не заряжен левый борт. Капитан! Тогда правый! Тогда правый! Разворачиваю! Даю поворот! Огонь! Огонь! Хорошо! Зарядить грабли! Капитан, 8 дыр, нужно чиниться! Есть капитан! 8 дыр! Нахер дырки! Капитан, не можем снизу стрелять! Затапливает водица! Смотри на помпы! Нужно качать! Помпы! Достали помпы свои из карманов! Давайте! Что жена положила, грабли. Блин, вам в поездку. Грабли сейчас делайте, я их, погоди, сука... 10 секунд. На! Им проводить грабли. Опа, капитан убили. Грабли! Подсоединить грабли! Они уходят!
Нос починить! Сука! Отпусти меня! Я иду! Сука, уходят! Уходят, твари! Как же мы ебош. На! Чинить нос! Они ушли от нас в этот раз. Перезаряжай пушки снизу, сэр! Перезарядить одну граблю, подготовьте на всякий случай. Просто. Сейчас один отправимся, нос по-прежнему сломан. Я починю. Нужна ваша команда на грабли, сэр! На передней пушке, ребят, встаньте кто-нибудь. Да. Нос, быстро дочинить нос. Хорошо, все. Они не успели отюхаться, с передних пушек стреляем, с передних пушек. По правому борту граппл заряжает. Принял. С передних пушек выдать им немного. Или принесите кто-нибудь суплай. Есть принести суплай. Но вообще нужно, чтобы не один человек бегал, потому что тяжело одному. Сейчас будет сейчас правым бортом будем заходить. Хорошо, мини-хрюша. Граппл есть, если что. Если будет минус, дам граппл. Правым. Так, сейчас... Правый. Давай, хорошо. Я их обхожу, ребят, не торопитесь. По брусам им стрелять, калечьте их. Гарпуни у них нет. Да, гарпуни им сразу... Убил чувака на подхожу. Блин. Разрешите открыть огонь! Буду отсосать! Заходим! Граппл кидайте, капитан. Давай! Есть! Мы бить там же! Ёб туды, команда, вы где? Красава. Хороший граппл. Перед зал. Да. Нормально, отставить, блин, дизмораль. Кто жив? Работаем, бойцы. 4 на... на все. Они отцепили граппл. Сосать! Сука, иди сюда! Мансур, Quake Champions! На, сука! Дай разрешение на грапп, я еще дам немного. На, сука, сдохни! Еще одного. Они разрешение на грапп нужно. Дал. Сейчас Рома бахнул себя в каюте, погоди. Чайку немного, чайная пауза. Мы, кстати, быстрее их торопимся. Вас двое осталось против. 50 секунд, я спущу. Сука, меня обнаружили! 46 секунд. А где моя сабля? 46 секунд, живи. 38. 37. Куда собрались? Кирилл, держимся! Это наш корабль! Капитан! Только не в очко! Сука, затонули. Ну это было весело. Ну у них удачный залп зашел. Минус 3. Минус 4, да, сделал. Так, быстро по позициям. Зарядить все говно. Всего 40 очков отрыв. Это не считается даже. Пока они в говне. Разгоняемся, ребята. В первую очередь левый борт зарядить. Заряжен левый. Все, ползем на них. Они, скорее всего, там раны зализывают. Вообще, в идеале грапли делать на жопу самую, чтобы... Да, после залпа учить. Всего. Да, после залпа уже там быстро решить. У нас это так, опять... на полной скорости идем, прямо перед нами. Можете типа с пушек работать. Чуть левее дал. Не приказывай капитану, щенок. Все, давай, ползем, ребят, ползем на мужика. Точнее, стреляйте. Левый борт сейчас будет замес, ребята. Ой, чую, замес будет. Левый борт, секунд, есть левый борт. Готовься. Левее, да. Левый борт замес жесткий будет. Левый борт. Есть левый борт. Не вижу никого. У передних хит будет. Огонь! На, суки! Дырки. Разворот, быстро дырки залатать. У них все в говне, мы лучше сыграли. Давай, сейчас мы их... Так, откачиваю их корабль. Откачивайте, одну дырку еще залатать, хорошо работает. Погоня сейчас. По парусам работайте, у них паруса немного... Правый борт не готов, левый борт готов. Все, по парусам работаем, сейчас опять обойду их. Точнее, наоборот, левый борт не готов, правый борт готов. Все, правым буду заходить. Паруса сломать им. Ломать паруса.
Воду отсасывать, воду отсасывать! Снижается скорость из этого. Качай воду. Впереди, по-моему. Где-то в нос нам. Качайте воду, я за это боеприпасами. Снизу дырка в нас. Не, наверху. Все, да. откачивается, нормально. Правый борт сейчас будет. Давай, с передних пушек можно залп дать. Даешь? Все, правый борт. Так, бортом, есть правый борт. Правый борт, готовь! Давай! Топи это говно! 5 дыр, 6 дыр. Нормально, у них еще больше дыр. Так, чинимся. Откачиваюсь. Жопки сейчас. Они сзади. Жопки сейчас повернусь. Так, дырки залатать. Есть дырки залатать. Мы снизу чинимся, вы сверху можете стрелять. Жопки. Хорошо, мини-хрыжа, еще! Хорошо! Разворачиваюсь сейчас, правый борт зарядить. Сверху готов правый борт. Принял. Можно даже... Блин, мы выигрываем, но тут очков до хрена, надо как-нибудь заграбить их после залпа. Слушайте, в следующий раз заряжаем фулл картечь. Так, они сейчас залп будут давать, поворачивай жопой. Илюх, несешь? Невыгодная позиция. Я принесу. Я еще иду. Назад нужен. Паруса надо. Так, я вниз принесу это самое. Залезет тут? Немножко говна. Да. Плохо получается. Да, без явки. Хорошо, мини-флюша. Это капитан их, возможно. Они в жопе у нас? Да, они в жопе. Правый борт можно сейчас с РНЖ дать, залп. Скажите, как довернуть, не довернуть? Держу курс. Такое дело. Че там по правому борту, ребят? Так, перезаряжается, товарищ капитан. Правый борт весь в картечи, сэр. Все, тогда я понял. Почини дырочку. Правый борт весь картечи, говорите? Сейчас тогда зайдем поближе. Левый борт готов. Левый борт готов, тебе готовься. Есть! У нас тендера, ребят, и помпа не работает. 5 секунд! Файер! Сука! Так, ремонт пошел. Помпы включили. Да. Мы все подключаем свои. С жопы сейчас выстрелить можно будет. А че? Так, все, отключились. Ага, откачались. Ваня, сэр, не могли бы вы быть немножко левее? Развернуть заднюю жопу налево, чуть-чуть, буквально. Сэр. Огонь, сэр! Задняя жопа выстрелила. Нужен суплай, блядь. Give them hell. Суплай. Иду за суплаем. Давайте. Так, они далеко. Не знаю, если есть возможность, давайте. Времени осталось. Блядь. Фулл картечь надо и абордаж, ребята. Фулл картечь и грапли. Даю разрешение. Справа грапли. Так, нужно походу выстрелить сначала что-то. Да, выстреливайте, заряжайте грабли. Одну-две грабли и картечь. Справа, понял, в конце, значит. Грабли все, есть? Сколько граблей будет? Короче, это тоже будет грабли. Зарядил грабли, сзади. Сзади заряжены, спереди заряжены, картечь готов. Зарядил картечь зарядил. Правый борт готов. У нас мало времени. Передние пушки сейчас работаем. Верхние пушки готовы, грапл плюс картечь. Все, сейчас правый, сейчас обязательно набрать и выигрывать, топить. Захожу, ой, сейчас будет! Да. Викуша, давай на грапл. Пишите письма родным и близким, все, заходим. Они что-то мутят! Сука! Огонь! Опа! Давай! Есть грапля! Картечь выдадим! Хорошо! Уничтожить корабль! Сука! Чего? Как кончилось? Блин, чего? Ну это наш раунд был! Это наша катка была! Блин, времени не хватило! Блин, ну обратите внимание, у меня столько ПТСиков было! Блядь! Как же ты дебошишь? Блин, ребят, чуть-чуть не дожали. Внимание, ПТСики! Как же я тащил!
Мы в Британии. Корабль интереснее. Тут, короче, картечь и грапли лучше работают, чем просто... Ну, с РНЖ, короче, 6 стволов норм давать, а сблизи картечь просто вообще best. Давайте, что, кто-то будет капитаном? Да, нет. Вы чё? Я же это, охрипну уже. Damn the luck! I need to reload! Можно на самом деле сейчас и заодно и позаряжать, типа, пушки все. Хотя ладно, это такой гемор. Можно прям вообще все картечью зарядить, на самом деле. И... Да не, ну изначально же нужен, наверное, залп серьезный. Хотя... Да. А картечь пробивает борта вообще или нет? Да-да-да, она просто... У нее рейндж очень маленький, но она пробивает борта и ауешит хорошо. Ну, естественно, она не делает... Так, кажется, я теперь капитан черепахи. Жиж, добро пожаловать на борт! Так точно, сэр! Так, я вниз, да, пошел, ребят? Да-да-да, вдруг я снизу. Мы втроем. Итак, впереди противник, идем на него спереди стрелять, пожалуйста, уважаемые. Иди тут пушек, господи! Вас снизу четверо, да, получается? А, да. Так, направляйте мне левее, правее. Вот так хорошо? Так вам хорошо? Да-да-да. О, да, вот так неплохо. Так, где враг? Враг, под, подходим сзади. Я понял, левый борт! Левый борт! Где левый тут? А, сука! Я успел пушку зажечь. Хорошо, разворачиваемся правым бортом. Чё? Картечь, я буду картечь заряжать. Давайте, ребят, снизу зарядим. Перезарядим. Да, зандера у нас. Качаю воду. А, сейчас заделаю дыру, я ее вижу. Бородат, это ты? Так, не вижу врага. Не знаю, я жопу чиню. Вижу врага, разворачивается. Правый борт, готовьтесь к выстрелу. Правый борт, огонь по возможности. Продолжаем правым бортом ехать. Перезарядка у нас на правом. Помпа, помпа, встаньте кто-нибудь. Моя помпа всегда со мной, ребят. Кто-то один, кто может, вот попробуйте, попробуйте правым бортом дать. Хорошая позиция, они в воде немножечко. Перезарядка полностью, капитан. Полностью перезарядка на правом борте. Левый борт полностью заряжен, если что. Левый борт полностью заряжен. А, вот, так а что ж за ложь? Так, разворачиваемся левым бортом. Грег, я не знаю, сколько оппонентов, надо у кого-то из них спрашивать. Левый борт, приготовились! Левый борт, огонь по возможности! Левый борт, ну куда ж мы стреляем-то? Хорошо, есть попадение. Картечь на левый зарядим. Думаю, еще конкретно. Правый борт. Да, тоже... Сначала правый борт стреляем. Так, Ликуш, давай ТЦ трез. Четыре дыры, сейчас бы золотая там был. Правый борт, огонь. Товарищ капитан, можно просьбу? Чуть-чуть да, моряк. Анонсировать, через сколько секунд будет столкновение, чтобы успевали тут... Есть! Заходим, ориентировочно через 24 сотых, 25 десятых секунды будет залп с левого блока. Будьте готовы, передние пушки, приготовьтесь. На передней картечь на одной. Передние пушки, огонь! Левый борт готов, товарищ капитан, правый борт готов. Спереди дыра у нас. Почему? Так, хорошо, почему? Хорошо, работаем, работаем. Отличная работа, Хиромайт. Бомбы, бомбы. Снизу, снизу, снизу дыра, почините. Починим. Так, правый борт, бомбы, правый борт, через 5 секунд можно начинать огонь, начиная с передней пушки. Огонь по готовности. Job,
Отличная работа, морячки! Хорошо! Заходим на левый борт где теперь. Где боезапас лежит? На втором этаже. Под капитаном. Да. Так, и заходим на левый борт. Приготовиться принять удар с передней пушки. Можно также открыть огонь через 2 секунды. 3, 2, 1. Передние пушки, огонь. Переходим на левые пушки, левые пушки. Левые пушки, огонь. Так, так, плохо, 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 но ничего, ничего, команду выполняем, хорошо. Передние пушки, будьте готовы. Помпы, помпы поработать надо. Поработайте помпы, если кому-то скучно. Красивые дырки. Отличный выстрел, Максим. Нет, не я. Вот Викуша. Да. Качаю. Помпы, помпы, поработай. Передние пушки. Приготовились. Сверху все перезарядили. Передние пушки, левее, огонь. Левее, готов, правый ряд полностью готов. Левее, дай. Левее еще, дай. Левее, левее, есть левее. Огонь. Правый борт. Он был готов. Можем грапли зарядить куда-нибудь. Можете, грапли дал. Картечь, да, можем. Правый борт, давай, огонь по возможности. Потом. Выкручиваю. Еще, 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 еще. Я успел поджечь. Так, получается. Отлично, заходим на левый борт. Починиться надо, Андрюх. Понял. Качаю воду. Они идут опять. Я несу саплай. Да, я они взял, идут за нами. Взял, давай. Так, сейчас, судя по всему, левый борт будет. Сначала залп по нам, потом мы будем давать залп по левому борту. Друзы, почините. Так, сзади стреляют, попадают. Промахи, сейчас будьте готовы. У нас горит корабль сверху. Горит это очень плохо. Где ведра? Отлично ходите по воде в команде. Подучите морские термины, чтобы полностью прочувствовать атмосферу. Улыбка. Ага. А нет, там еще горит. Так, по возможности слон Гринжи можно попробовать. Слон Гринжи сейчас хороший. Я горю, но чиню. Слева можно залп давать. Залп, залп слева. Кто-то ведро меня может... Левый борт. Левый борт, где залп? Я не справляюсь, помогите мне потушить за капитаном. Чуть правее, чуть правее. Чуть-чуть. Даю правее. Все, я выстрелился. Товарищ капитан, мы тут... Команда занята, это тушение. Так, я понял, уходим от погони. Уходим от погони, все идем в гавань. Я потушил там, где саплай. Там еще паруса, смотри. А, все, они потушились. Все, я вниз. А, нет, еще. Еще, еще, еще. В трюм зайди. Вот в трюм? Хорошо, да. Сейчас. Горит. Бочки. Задние пушки, готовы. Готовьтесь отстреливаться. Доложите о готовности снарядов. У нас паруса. Сзади сломали пушку одну. Я полез на паруса. Чиним, чиним. Задние пушки, ведем огонь. Остальные перезаряжаем, чиним, драем, моем, стираем, картошку чистим, работаем! Снизу, снизу, дура, снизу, дура. Нет картошки, сэр! Креветки есть, креветки только. Чистите креветки, значит! Так. Снизу, дура опять. Правый борт! Правый борт, готовы? Готовы. Готовы. Они плавненько, готовы, плавненько да. Разворачиваемся, готовьтесь по... начиная с заднего, задней пушки, ведем... Наш, 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 наш! Так точно! Да где мое бухло? Начиная с задней пушки. Покажите мне мой лучший выстрел. Это он? Или это они? Идем на абордаж! Левый борт! Грапли! У нас левый борт весь заряжен, товарищ капитан! Отлично, сейчас, сейчас будем давать им левым бортом. Приготовьтесь! Приготовились! Левый борт! У нас пушки в воде, товарищ капитан! А-а-а!
тогда чинимся, джентльмены. Помпы, помпы, в носу дырка, почините. Давайте заряжаем картечь и грапли. Паруса горят. Паруса горят. У нас очень плохо все. Нельзя! Чинить! Я пожар тушу. Питеров! Помпы, помпы юзайте, это важно, самое важное. Без пожар. Помпы плюс 5 сантиметров не будет, ребята, нужен. Когда вернетесь домой. Нет! У нас пожар. Так, ну что ж, ребят, давайте. Помпы, обе помпы, откачивайте обеими помпами. Они нас не затопят, если мы в воде, все в порядке, плывем. Я одной качаю, но одна не... Я один качаю, еще кто-то... Еще, помп... еще, все, все помпы работают, отлично. Штопайте дырки, откачивайте ну, помпами и паруса чините. И дырки. Что за херня, почему я так долго под водой дышать могу? Мы пожар тушим пока. Пушки перезаряжайте тоже, по возможности, кто-нибудь. Левый борт перезаряжайте. Хотя бы один какой-то борт сделайте боеспособным. Сверху делаете. Тут все в воде. Мы в воде. Дырки нужно починить. Я тут уже 2 минуты тону один. Чтобы найти эти дырки. Все уби... Сука, да внизу дырки. Обе, обе помпы нету? Врубайте. А, обе вот, помпы. Они были под капитаном. Помпа, 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 помпа. Работаю, работаю, помпа, ребята. Уже плюс 20. Дырки, дырки, дырки. Так, дырки, хорошо, дырки, хорошо. Дырки. Сейчас всплывать будем. Починили. Всплываем. Паруса починить надо. Хорошо, хорошо, продолжать огонь. Еще две дырки, появилось. Безопасно, конечно. Ой. Че за херня? Я че теперь один с помпой тут работаю? Ну, в воде все еще. У нас же две помпы. Я, блин, качаю уже, блин, полчаса, наверное, под водой стою. Давай, чини, чини, где еще дырка? Где дырка еще была? Боезапас принесли наверх? Нет. Где-то здесь же должна быть. Где-то здесь должна быть. Ребят, наверху у вас дырка где-то, чините. По-моему, нету наверху. Одна дырка есть. Внизу тоже нету. Где вторая помпа? Почему она не работает? Дырка может быть незаметной. Вторая помпа не работает, джентльмены. Где она? Где вторая помпа находится? Где она находится? Тоже на нижней палубе, напротив этой... Под лестницей, короче. Опа, нашел, по-моему, дырку, которая спряталась. Это уже новая. Понял. Наслаждайся. А, нет. Все нормально. Так. Все? Все, походу, стабилизируется ситуация. Больной живет, и мы всего 9 очков. Отличная работа. Пушки надо заменить. Задние пушки. Работа. Доложите о готовности орудий. Чиним орудие. Пока не готово, товарищ капитан. Есть, плывем дальше. Пока в гавань. Правый борт готов сверху. О, мы жопой к ним, да? Правый борт снизу тоже готов к товарищу капитану. Да, жопкой, жопкой отрабатываем под ним. Жопкой отрабатываем. Оба борта готовы сверху. Снизу какая информация? Снизу оба борта готовы, товарищ капитан. Отличная работа, чиним паруса теперь. Есть грабли даже снизу. Я чиню паруса, но не успеваю. Так, так как они сзади, они работают по КД, по парусам. Помпы, так, помпы. Все хорошо. Ну что ж. Вторая помпа прям рядом. Хватит, работает. Хватит терпеть. Настал наш час, настал наш час. Теперь мы отправляемся в преследование, леди и джентльмены. И мы настанем их. Левый борт, огонь по готовности. Слон в гринжи, потом перезаряжаемся сразу. Корректируйте, капитана. Еще чуть-чуть левее, капитан. Еще чуть-чуть левее есть. Задняя пушка, пли! Не перезаряжаем. Сейчас будем готовиться нападать правым бортом. Так мы успеваем перезарядить, я вот перезарядил. Грабли и картечь на левый тогда. Все равно идем на правый борт. Грабли и картечь на левый борт. Правый борт приготовится к столкновению. К атаке. Максим, две возьми пушки. Огонь! Я хочу жить! Давайте, иди, товарищ капитан! Помпы, работаем, откачиваемся. Правый борт перезаряжается, ведет огонь, продолжает. Продолжаем стрелять. Я бухаю. Продолжаем стрелять. Нам нужен точный стрелок, чтобы сейчас попадал. Это очень важно.
Критично важно. Я готов, товарищ капитан, практически полностью, но помню... Правый борт, почему не ведем огонь? Какие-то пушки точно должны попадать. Ребята, мальчики, что происходит? Так только что выстрелили, товарищ капитан, затопило весь трюм, не можем... Верхние пушки, значит, ведут огонь. Товарищ капитан, ну мы подставились, у нас ни одна пушка не заряжена справа. Есть попадание, хорошо. Есть попадание, хорошо, продолжаем. Помпу, помпу, на вторую кто-нибудь встаньте помпу. Вдвоем, давай, так, работаем. Разворачиваемся. Задние пушки, если есть возможность такая интересная. Готовьте, готовимся впитывать. Сейчас левый борт, да? Остальное не можем зарядить пока. Тут левый борт, да, сейчас попробуем. Враг дает залп, следующий мы. Нет попаданий. Враг сосет XYI. Все отлично. Разворачиваемся левым бортом. Готовы ввести огонь. Огонь по готовности. Хорошо, хорошо, морячки, блядь! Надо принести саплей. Все, преследуем их, преследуем. Передние пушки. Передние пушки, огонь. Даю возможность. Передние пушки, огонь. Справа борта много картечи и грапли, товарищ капитан. Передние пушки молчат, почему? Все заряжено сверху. Идем на правый борт. Мы с парусами плохо. Боезапас, боезапас надо вниз принести налево. Правый борт, готовьтесь. А у нас грабли есть где-нибудь? По-моему, таран идет. Идем на таран! Капитана, капитана убили, капитана убили. А грабли, грабли сейчас надо на правый борт. Хорошо, чиним. Грабли справа. Сука. Так, чиним этот носик, носик чиним. Сам выхожу, капитан идет стругать. Ну, в смысле, не стругать, ребята, а чинись. Не время стругать. Чиним, чини нос, чини нос. Чиним, чиним, чиним. Передние пушки могут огонь вести. Отстреливать они. Давайте сейчас левый тоже тогда грабли и картечь, так же как в правом. А, у нас есть грапля, но она в жопе была. Так, все, готово. Верхняя палуба заряжена. Нижняя палуба заряжена. Правый борт! Правый борт, огонь! Хорошо, хорошо, я чувствую вашу мощь! За королеву, за короля, за детей короля и королевы. За любовницу короля. И за нее тоже, и за него тоже. Правый борт, огонь. Да не перезаряжено еще, товарищ капитан. Справа картечи много сейчас будет заряжено. Есть картечи много заряжено справа. Идем на сближение, отличное попадание, перестать вести огонь. Идем на сближение. Так сказать, на контакт. Найти. Разрешите грапли, товарищ капитан. Есть, разрешаю грапли, солдат. Передние пушки, огонь. Грапли есть, впереди справа, ребят, обязательно надо с них стрельнуть. Продолжаем вести огонь передними пушками. Мы сейчас прямо сзади идем, можем грапли дать. Правый борт, грапли. Есть грапли с правого борта. Z3. Товарищ капитан, это будет превосходно, это будет эпично! Картечь справа готовь! Так, хорошо, начинаем войну! Перезаряжай картечь снизу пока, ребята! Эту я заряжу, ту заряжай! Так, перезаряжай орудие, нахожусь в каюте. Заграплюем их еще, товарищ капитан, разрешите, чтобы не ушли. Разрешаю грапли. Они сняли, они, сняли грапли. Они сняли. Граплю их снова. Из пушек стреляю. Разрешаю граблевать. О, суки. Хорошо. Боезапас кончается. Один враг на борте. А, сука! Чайку пьем! Так, что там по... Сколько нас, сколько их? Так, перезаряжаюсь.
Сколько нас, сколько их? Кто живой? Кто живой? Я живой. Мы не пишем на импорту воюют. Хорошо, капитан живой. Если хотите, можете еще заграплить их. Отличная работа! Джентльмены, перезаряжаемся. У нас трое живо, у них пятеро. Куда же вы так выходите-то? Два в пять, товарищ капитан. 60 секунд до воскрешения. Да ну нахуй! Блин, мы могли вообще вот здесь все закрыться. Суки! Блин, а чё их так много? Все, капитан идет на дно вместе со своим кораблем. Суки, они у нас боезапасами с ним! Твари! Эх... Товарищ капитан, давайте агрессивно сразу правым бортом, у нас там... Хорошо, хорошо. Капитан дезморалист, что ли, да. Ну меня, блин, картечь зацепила, обидно было. Суки. Они, по-моему, мой любимый ящик. Они с портвейном ящик унесли, ребят. У нас, да, у нас весь боезапас кончился. Несите, сколько есть там. Они слева сзади. А, это кекс. Добавь ванкиш дискорд. Все юбки. Добавил. Капитан, надеюсь, вы не забудете, что вы микрофон замьютили. Да, матрос. Так, все заряжено, да? Все, передние пушечки работаем спокойненько. Как вы орете, блин, ребят? На какую кнопку? Господа, новости не самые лучшие. У нас нету других опций, кроме как брать их на абордаж, поэтому заряжаем грапли. Слева есть уже грапли, товарищ капитан. Атакуем в лобовую. Левый борт, приготовиться. Резко передумал, правый борт! Перепрыгиваем! Какой же ты... Враг промахнулся, отлично! Ну, почти. Левый борт, огонь по готовности. Давайте. Хорошо. Все в деревне. Товарищ капитан, мы мертвы! У нас пожар! Господа! Паруса горят! Едем в гавань! По правому зарядил картечь сверху. Я помогу отсосать. Ой, плохо все. Симбер, чини. Сосем, мы сосем. 8, 9, нормально, нормально, считаем до 10. Так, ладно, все, превращаемся в подводную лодку, все хорошо. Нормально. Можете грапли заряжать, кстати, если хотите. Качают, качают. Слева есть грапли, товарищ капитан. Сейчас справа борта будут. Справа у нас картечь. Нам надо из воды, мы не можем стрелять внизу. Мы сосем по полной. Ребят, нормально, пока в воде посидим, они стрелять по нам не могут, такие, что мы теряем. Могут. Они не попадают. У нас кто-то сидит на помпах на двух. Да. Да, all pumps active. Написано же. Просто две дырки у нас есть. Я под водой еще ору чарж. Давайте все Z задерживай и 3, чтобы все чарж заорел. Это поможет нашему боевому духу. Эй, в меня попали. Меня сзади режут уже! Враг на борту! Враг на борту! Мы сосем. Вот он! О, отсосали почти! Сука, кто эту дырку заделает, если не я?
Бери врага. Да-да-да. Они заходят на нас. Правый борт, приготовьтесь или нам пизда. Мы в воде, товарищ капитан. Мы в говне. Не в воде. Помогите внизу отсосать воду кто-нибудь. Сейчас бы 7 дырок заделать. 7 дырочек, ребята. Орём, заделаем дырки. У нас тут вообще, блин, включите помпы все. Работаю, помпы. Используйте помпы, матросы. У нас внизу вообще огонь тут. Подождите, не останавливайтесь, я приду проверю, что у вас там. Давай, орём, ребят, продолжаем. Отличная работа, моряки! Я тебя могу остановить. Отсасывай! Господи! О, стерео. Слева идут! Стреляйте! Блин, она без дырки, да? ГГ. Я устал уже отсасывать внизу. Я устал отсасывать сверху. Я уже 10 очков напорвил. Так, правый борт, грабли! Правый борт, грабли, если сможем! Если нет, нам пес! Да! Останавливаюсь! Останавливаюсь судно! 10 дырок! Есть один! Все, чинимся, спокойненько! Грабли, если можете, будет очень хорошо! Хотя, капитан сам все сделает! Ебать, капитан так не сделает! Дырки чиним. Я отомстил, дальше не понял. Меня уже сзади что-то. Они спрыгнули к нам, ребята. Размен. Меня не режьте. О, тимкил, хорошо. Минус 300. Нормально. Может, 2 тимкила, я скажу. Нормально. У нас по нижней палубе уже бегают вовсю. Главное, ребят, отсасывать, а то утонем. Так, нас убивают там, качель... Сосок убивают. Все, соси, я тоже... Да зачем ты меня-то бьешь? Сосем, мини-хрыжа, вдвоем тут. Ребят, надеюсь, вы там справляетесь. Подводная лодка, ребят. На днище. Бля, нет, все. Давайте кто-то другой капитан, я не могу, блядь, так. Давайте. Что капитан из морали? Максим, твой выход. А чем мы за бортом респавнились? Так, ладно, я буду капитаном, давай мне эти полномочия. Всем построиться на верхней палубе! Миссэр. Всем построиться у пушек на верхней палубе в один ряд. И капитана мне отдай. Да. Под шеренгу. В одну шеренгу построились. Так, на борту? Что было до этого? Так, что делает лысая женщина у нас на корабле? Так, что было до этого не считается, бойцы. Все кричим чарж. Все, по местам. Да, капитан! Полный вперед! Паруса расправить! Поехали! Капитан, у нас осталось так. Не так много провизии! Fire. Пейте воду из моря тогда! 40 секунд осталось. 40 секунд? Зарядить картечь и грабли! Грабли заряжен на правом. Заряжаю грабли. Блин, мы за 40 секунд даже доплыть не успеем. Ребят, кажется, я понял, чем мы сможем за... секунды. Давай, замес на миде! Тренировка! Что за бунт на корабле? Давай! Гладиаторские бои! Бунт! Ой, бунт.
Гобр, гобр, гобр! Подняй щиты! Блин, это у нас лучше получается. Давайте, ребята, супер стратегию предлагаю. Берем, короче, 5 граплей и одно ядро, чтобы одну дырку сделать граплем и, короче... Ну или просто 5 граплей, чтобы они точно не нету. А мы можем спереди зарядить 2 грапла, догнать им, сесть на хвост, сразу 2 грапла и к ним на корабль, или там рассматривать? Там не знаю, не знаю. Если мы не умеем. А можно ли, типа, ну а как спереди перепрыгнуть, там, мне кажется, не получится. Дорогие друзья, пока небольшая рекламная пауза, прежде чем мы начнем. Блин, я за любую. Я понял, почему мы проигрывали. Мы корабль не переименовывали. Не, был черепаха. А это просто я встал, корабль другой стал. Корабль назовешь, так он и поплывет. Ну. Он черепахи хорошо плавают, ребят, между прочим. Да, морские животные. И кусаются больно. Я взял семистволку, она перезаряжается. Они только не под водой плавают. Мы под водой поплавали, в общем, 3 раза. Ну, кстати, да. Андрей, ты микрофон замутил, кстати. Да ёб туда. Подписчиков читает. Так, у нас будет идеально чистый корабль. Резонно это. Cocked, locked and ready to rock. Замечание, корабли не плавают. И ходит. Да. Так, а как переименовать корабль? Нельзя переименовывать. Не, ну капитан же может как-то. Вначале я думаю. Так, давайте, короче. Заряжайте грабли. Грабли и там, и там. Короче, смотрите, около носа грабли. Разрешаю уже, давайте, заряжайте сейчас. Если там что-то другое заряжено, выстреливайте и заряжайте. Вот, в остальные вещи картечь. Во все остальные пушки картечь. Поняли? Грабли. Все поняли, все, заряжать, быстро. Разряжаем обычные. Разряжаем обычные, заряжаем в первые грабли, в остальное картечь. Нужно их убить, вся картечь тогда. Грабли дай. А уже близко, готовы граблями стрелять? Никакой, не зарядили еще. Ребят, сейчас уже походу надо. Главное грабли правый выстрелить. Правый борт. Правый борт есть. Есть грабли, правый борт. Готов, не промахнись. Меня убили. Я тоже. Захожу, ребята. Все починить. Починка пошла. Мы их подрезаем, по идее. Вторую помпу активировать. А не остановили, что ли? Мы вообще ползем, как черепахи. Граблить можно? Кто там на грабле? Дыр, короче, спереди, справа. Мы тонем. Кто-то есть, не помню? Мы не тонем, мы граблим! Ну ладно. Я больше не хочу быть капитаном! Матрос спрыгнул! Да они вонючие задроты, так, блядь, нельзя. Ну мы, у нас, наверное, пушка не выстрелила. Потому что мы все были без зарядки. Да. Подплыли, ребят, подплыли. Можно уже стрелять. Там дырки чините, нет? Достанешь? Все, ребята, я сдаю полномочия. 11 дырок. Не-не-не, я не хочу быть там. Да, что-то, да? Что-то пососали. О, да.
Да блин, они какие-то реально дрочи сидят, блядь, целыми днями играют. Пошли пивка с друзьями попили бы. Давай, заряжай грабли, давай попробуем на абордаж. Уже виски немного болят. Да давай только, не знаю, в принципе, довел бы, мне кажется, на абордаж взять. Я думаю, уже все устали, как мне кажется. Хотя, может, только я. Не, я тоже устал уже. Играть-то весело, сосать не очень. А мне нравится. Так во все игры. Я, конечно, возможно, пожалею об этом еще несколько раз, но я бы хотел предложить психоделику и Кириллу потом попробовать пососать, пойти еще в King of the Hill, если еще силы останутся. Ну, да, я не против пососать в King of the Hill. Возможно, у нас втроем что-то получится, но потому что вдвоем точно ничего не получилось. Ребят, я ее только сломал. Так, я, в общем-то, на абордаж готов идти. У нас заряжен грапл и картечный. Да, да. Я скажу, каким бордом. Ну, я ничего не вижу здесь. Плане. У нас справа желательно, Максим. У нас кекс справа точно есть. Неповоротливая машина. Андрей даже не обернулся, просто чай начал. Ёва, блин. Очень вкусный чай, однако. Так, ну что, Кирилл, сделаем это. Сбрось нас, капитан, капитан, иди на них прям. Поворачивай направо. Сейчас будет залп. Ну они услышали, держатся на РНЖ. Дальше поворачивай. Ну и задроты, смотри, правым боком повернулись, сзади дали, пересаживаются на левый, в десна друг с другом лупятся, скорее всего, в перерывах. Пятюни, пятюни отдают. Мы едем. Очень жаль, чтобы не в скалы въебались, блядь. Суки, гол на абордаж, что, засали? Э? У них КД большой. Если дырки починим, догоним их, то, в принципе, можно попробовать. Счастливый можно. Нет, они уходят от нас. Вперед не пушь. Эй! У нас три дырки и... Ребята! Человек за бортом! Человек за бортом! У нас борт! А, все, нормально, тут не глубоко подниматься. Днище рядом уже. Мы тонем, ребят. Это мы да. Мы начали всю воду. А, мы забыли самое главное. Это оно? Да. Где вы бордами? Но они видят, задница поворачивается. Даже если я его сейчас дам, мы урон никого не нанесет. Но мы, у нас же гарпи заряжена. Мы не можем стрельнуть, там надо вплотную. Но они уходят, потому что они быстрее. Так, а сейчас я могу попробовать. Эх, модельки не прогружаются. Кирилл, тут я могу случайно тебе в лоб выстрелить. И что, извини заранее. Тут БЛРочку какую-нибудь с прицельчиком. Да, наверное. Тогда уж это, Аламут. На Каймане сейчас бы психодел, а? Ну да, да, да. Китанчики попускать по этому кораблю. Все, Кирилл, я тебя на лысину положил ружье и целюсь. Ну давай, давай. Не дергайся, ты прицел не сбиваешь. Ой-ой-ой, сбежаемся. Так, походу. Капитана, разрабатываем их, капитана? Я не могу дойти, догнать их почему-то.
Левбордом. Левбордом. Блин, я промазал. Я тоже. Так, догонял бы, мы же так на бандах хотим. Я не могу хотим. Догнать, потому что он какой-то потный. Он так ты же вправо уходишь, что ты за ним-то? Так за ним верти сразу влево. Он реально потный, он знает какой-то трюк точно. То, что там типа медленнее, быстрее. Он на сервере один плавает. Они слышат, что мы хотим на абордаж сделать. Они стрим-снайпер, в этом все дело. Так, Кирилл, опять не дергайся, у меня ружье на тебя. Мы тонем. Ну блин, ну вот сейчас я прям по нему стрельну. Но мы не можем, потому что не тонем. Я не знаю, он очень потнющий, потому что я иду прямо на него. Вроде как у нас ни дыр, ничего нету. И при этом он идет восьмеркой. Он идет восьмеркой и еще идет вперед меня. Быстрее, точнее меня. Че это за бред вообще? А где дыры-то? Меня смывает. Дыры под капитаном могут быть там. Часто не замечают. Курс на дно. Нормально-нормально, отсасывают. Вот сволочи, не что помеситься, а? Все уплывает от них. Да они потные просто, видишь, они потеют как... Море пота налили. Да, это, блядь, мы плаваем в их поту, блядь. Это их сервер, это все их пот, блядь. Правый бор сейчас. Да, мы не можем стрелять. Они идут на абордаж. Блядь. Сейчас нахуй. Да, они решили на абордаж, когда мы потонули уже, типа. Cool story. Терпилы. Нашика. 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 Резать их. Пилить. Все, блять, ГГ, поздравляю. Ладно, все, я ливаю, что-то в пизду уже неинтересно. Че, Андрей, пойдем влетать? Ну... Спасибо за игру, ребят. Спасибо большое за игру. И вам спасибо. Да, спасибо, джентльмены. Кекс, ты как? Ну, а вы надолго просто... Скорее всего, нет, Кирилл, скорее всего, ненадолго. А, ну нет, я как раз могу, да, ненадолго. Ну все, погнали, попробуем теперь там пофидить. Все, ребят, спасибо за игру большое. Давайте счастливо. Я выйду из этой программы и пойду в хорошую программу. Все, всем пока. Реально потные задроты. Потные. Ладно, дорогие друзья, рекламная реклама... А нет, никакой рекламной паузы недавно была только, так что давайте просто я поставлю арму третью. Зайду в курс и попробуем поиграть. Блин, реально, я еще начал подозревать какое-то дерьмо, когда на маленьких кораблях, типа, мы играли, и как-то он, блядь, очень быстро разворачивался. Но это одна и та же стратегия, типа. Он заранее заворачивает одним боком, все там уже пристрелялись. Короче, в пизду, они просто задроты, с ними неинтересно. Нужно на паблик идти и ебурить на паблике. Да, на паблике, они реально какие-то задры вообще. Пиздец, тебя так в Дискорде херово было слышно, как у унитаза. Конечно, это же Дискорд. Я удивляюсь, как я вас вообще слышал, разбирал вашу речь. Я же тоже слышал там одно шипение-то проклятое. Так, ну что? Время фидить. Сервак палить не будешь? Давай не буду. Опять пригодится. Алло, привет, Кирилл. Привет, ребята. Battle Royale отключить, да, надо, я так понимаю? Да, все моды отключили. Да. Ну давайте, у меня просто голова уже болит от немного. От... Так, ладно, куда заходим? Вон, есть его один. Да, вы же хотите сервер активировать? Это мы сервер не палим, да? Да, мы так сервер не палим. Давай так, ты зайдешь на какой-нибудь, я за тобой прыгаю. Все, я готов. Давайте, я тогда фильтр даже не вбиваю. Блин, эту игру бы доделали, было бы вообще замечательно. Менюшку, там вот эти хитбоксы, взрывчаток, можно было реально проплывать и
А мне кажется, как минимум, типа, минимальные изменения, которые будут очень пиздаты, это если ты сможешь редактировать свой корабль. То есть, например, ты можешь поставить больше пушек на один борт, меньше на другой, чтобы какая-то стратегия была во время боя. Потому что, вот видишь, допустим, эти челики, они, я так понял, блядь, целыми сутками плавают на этом сраном корабле и выполняют одно и то же. Они, типа, заранее заходят направо, одним бортом залп, потом на другую сторону, другим, заплывают, кружат, короче, ну, просто задрачивают, типа, одно и то же. Неинтересно. Интересно было бы, если реально можно было изменять ладаут корабля или сам корабль, саму посудину, и возможно, нашел. Четко, вот, и возможно, типа, какие-то стратегии там были другие и так далее. А вообще, пока что можно сказать, что... Вот так вот. Влад Хуйсос, да, это вот из чата у нас сообщение. За какую сторону заходим? За красных. Отлично. Вы что, пусишь, что ли? А, стоп, это другая игра, все нормально. Другая игра, другая жизнь. Так, что-то тут красных разъебывают жестко. А, чаек прям как после этой игры вообще. Ну, можно за других зайти, в принципе, это не проблема. Уж лучше, наверное, блин, Дейзи какой-нибудь поиграли бы потом. Ну, это я не умею в такие. Не, я за красных зашел. Я тоже захожу. А это не тот, да, сервер? То есть у меня ноль. Или на том сбросилось уже? Не тот. Ну ладно, неважно. Так, я готов. А, вон, я тебя вижу, Кекс. Да, вон, а у меня что-то ресивинг дата до сих пор, не знаю, долго заходит. Да, я в курсе, что экран, дамы и господа. Дело не в этом, дело в том, что на сервер не могу сейчас зайти спокойно, блядь. А у вас этот, как его называется? Здесь есть бабки или нет? Бабки? Да. Ну, у психоделик только есть бабки. Он спонсор трансляции. Да. Потому что я, по-моему, все потратил последнее, это самое...